Ребят, всем привет! Хотелось бы напомнить вам о прекрасном проекте под названием CoinMetro. Так как токен Sale сейчас в самом разгаре, я записывал видеоролик еще до начала продажи. То есть, и сейчас хочу вам напомнить о прекрасной возможности получить скидку и поучаствовать в продаже токенов такого проекта, как CoinMetro. Что он из себя представляет, хочу в видеоролике в данном напомнить, указать на его положительные стороны, на конкретно цели, которые намеревается как бы решить проект. В общем, CoinMetro не является компанией, созданной командой наивных студентов, которая хочет воплотить в жизнь недостижимые цели. В действительности, это уже компания не первый год работает в данной индустрии. Бренд FakeSpeak появился на сцене в 2011 году с целью преобразовать всю индустрию, находящуюся на тот момент на грани краха. В принципе, информации на официальном сайте достаточно, чтобы понимать, что у проекта есть серьезные цели, что они намереваются как бы создать действительно мощный продукт. Вот FakeSpeak был первым форекс-брокерами, которые действовали по принципам прозрачности. Первыми, кто действительно заботился о прибыли своих клиентов, согласовывали свои цепи с целями своих клиентов. В общем, они, в отличие от большинства, инвестировали в действительно надежные технологии. CoinMetro пытается перенести эти принципы в криптопространство, что есть на данный момент очень и очень актуально, так как криптопространство расширяется с каждым днем, и все больше и больше людей как бы вкладывают в развитие технологий в криптопространстве и связывают как бы реальный мир с технологией криптовалют, с технологией блокчейн в том числе. В общем, хочу вам еще указать на положительные моменты. То есть, вы можете получить прибыль как инсайдер. Здесь где-то я видел на официальном сайте указано, что превосходные возможности как бы могут приносить вам превосходные гонорары. Инвестировавшие как можно раньше, вы можете заработать до 500% бонуса, исходя из конечной стоимости криптовалюты, если она достигнет во время запланировано мероприятие по продаже токенов максимальной суммы в 300 миллионов токенов. Здесь это указано, я где-то видел. В общем, давайте пока посмотрим план распространения токенов после окончания его продажи. Вот каким образом будет происходить. Вот прозрачность начинается еще до старта. Нереализуемые токены и нереализуемые во время продажи и предпродажи вклады. В общем, здесь расписано, каким образом будет происходить. Хочу еще также сделать акцент на white paper, который я оставлю в описании. 38 страничек технической документации, отлично выполненной на русском языке. Вот она есть, я ее оставляю в описании. Здесь подробная информация о токенах, которые будут выпущены. И также об команде, что она из себя представляет. Я для себя много полезной информации как бы отсюда узнал. Команда действительно с опытом, и у всех есть опыт в этой индустрии, так что я думаю, у них все получится и все будет очень и очень хорошо после окончания токен сейла. Если же, конечно, рынок стабилизируется и все будет в порядке. Вот, с 2011 года проект FakeSpeak является публичной и прибыльной брокерской компанией. Вот, с акцентом на прозрачность и так далее. В общем, читайте, я думаю, вам будет интересно. Информация вот по токен сейлу, какие криптовалюты вы сможете как бы вкладывать. Это биткоин, биткоин кэш, эзериум, райпл, лайткоин. В общем, можете инвестировать. Конечно, я никого не призываю, но как бы на ваш страх и риск я вам просто показываю данный проект, презентую. Называю его как бы полезные как бы качества, то есть положительные стороны, на что он как бы направлен. Я не снимал видеообзоров на проекты, которые не перспективны и которые не представляют никакого интереса, только на самые как известные, которые вокруг себя привлекли большую аудиторию людей. В общем, вся информация в описании, кому интересно, переходите по ссылочкам. Также оставляю Bitcoin Talk NN ветку, чтобы вы могли задавать вопросы, возможно уже на какие-то вопросы ответили, там читать ответы. Здесь также все есть. Если хотите принять участие в баунти компании и получить вознаграждение, то вот, пожалуйста, есть Bitcoin Talk NN ветка баунти компании.
Так что переходите по ссылке. Также подписывайтесь на Twitter CoinMetro, чтобы быть в курсе обновлений и новостей. Оставлю ссылочку на Telegram обязательно, как всегда. И, конечно же, на официальный сайт, чтобы вы приняли участие в токен сейле, если вам это интересно. Большое количество партнеров также стоит отметить у проекта CoinMetro. Поэтому, я думаю, стоит доверять им. И я думаю, это не мошенничество. Я, в принципе, уверен в том, что проект не скам и то, что из него что-то хорошее получится. В общем, спасибо за просмотр моего видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!